Мотор. Здравствуйте, меня зовут Владислав, я представляю команду Firefighter. Мы разрабатываем обеспечение для спецов, которые кончают в данный момент, потому что сейчас приходит реформа, и они хотят заучить в работу волонтеров, которые будут работать бесплатно, но на данный момент отсутствует устройство работы, устройство контроля, учета этих волонтеров, и нет конкретного способа их мобилизации. Мы предлагаем создать панель управления для управления волонтерами для диспетчера МЧС и также создали на данный момент уже есть демо-версия мобильного приложения для самих волонтеров, которое уже функционирует, работает. Мы на данный момент дорабатываем некоторый функционал. Мы решили заняться этой проблемой, потому что мы в нашей стране понимаем, что от того, как будет работать наше программное обеспечение, зависит непосредственно жизни людей и скорость прибытия помощи в той или иной чрезвычайной ситуации. Наш конечный потребитель — это будет непосредственно сама служба МЧС. Мы там каждую неделю ведем с ними переговоры, обсуждаем дизайн, обсуждаем функционал, чтобы они могли видеть, какие алгоритмы нужно добавить, какие убрать в первой итерации. Конкуренты наши — это в принципе любая команда, которая занимается разработкой программного обеспечения, или фирма. Наше преимущество — это то, что мы понимаем, почему и куда нам нужно идти, и ответственность, которая будет лежать за правильность работы этого программного обеспечения. И вот еще наше преимущество — то, что мы уже провели не одну встречу с МЧС, уже знаем их предпочтения и знаем, к чему нужно идти, чтобы сделать удобно для них, потому что пользоваться тобой будут непосредственно они. Наши этапы, которые мы будем предъявлять следующие, это на данный момент у нас уже есть демо-версия, мы ее дорабатываем, потом согласовываем дизайн, архитектуру и структуру первой версии с непосредственно с МЧС. И выпуск первой пилотной версии на небольшом регионе у нас в Нью-Йоркской области. У нас есть команда программистов, уже в принципе почти закрыта. Вот, собственно, все, 2 минуты почти вложились. Спасибо.